Всем привет! Сегодня по пути в деревню решили остановиться на одном поле и посмотреть, есть ли грибы или нет. Ну вот у нас уже первые находки. Это шампиньоны. Правда, они уже переросли. Старенькие. Вот такие вот шампиньончики. И дальше мы можем наблюдать синюю ножку. Вот такие вот грибочки. А вернее сказать, я ошибся. Это не синяя ножка, это шампиньоны. Вот такая вот дорожка из шампиньончиков. Вон супруга там потихоньку собирает. О, еще малыши карандаши. Один. Такой еще маленький грибочек. Вон два штучки торчат. Ой, думали, что синяя ножка — это шампиньон. Ну, в принципе, тоже неплохо для случайной находки. Сейчас еще немножко пробежимся и поедем дальше. Вот такой вот рассвет в Карачаево-Черкесии. Сегодня у нас 25 ноября 2023 год. Ну и вот мы сегодня уже доехали до деревни. Наш любимый пенек. Вот такой орех поваленный. Давно лежит и приносит нам очень много опят. Вот наклюнулись. Потом вот малыши у нас наклюнулись. Вот такая семейка фламулинок выросла. И сейчас еще покажу. Ну и рядом с этим пеньком вот такой коряжник. Вот небольшая семейка тут наклюнулась. Вот такие вот красавцы. Есть даже уже старые. Вот старенькие. Еще немножко вот фламулинки. Рядом тут местные жители кричат. Ну, это, я думаю, мелочь. Ну и тут по мелочи. Вот так вот. Вот сегодня вот такой урожай у нас из фламулина и шампиньонов. И вот на обратном пути мы решили заехать еще раз на это же поле, где собирали грибы. И посмотрите, какая красота. Это все шампиньончики. Вот так растут. Как красиво, смотрите. Шампиньончики вот так растут. Прям красота, да и только. Сейчас мы их всех соберем. Вот такой у нас улов получился за день, можно сказать. А день. А здесь у нас шампиньоны и немножко фламулинки. Вот фламулинки чуть-чуть тут. А все остальное шампиньоны. Это чисто вот так собрали мы. Негаданно-нежданно, можно так сказать. В общем, вот такой улов. Всем хорошей и приятной тихой охоты, полных корзин.